Це називається, ну, ставити грубо, але, будь ласка, от ви кажете без проблем, проблема вже є. Давайте от я просто так подивлюсь цей автомобіль мовчки. Можна? Дякую. І тобто людина проїхала хрен знає скільки кілометрів і особисто вам байдуже. Бо ви ніякої відповідальності за це не несете. Ребят, всем привет! За 7 лет подбора я думал, что я уже видел все. Ну, то есть меня сложно чем-то удивить. Я видел много всякого трэша, я видел много непорядочных людей. Но в этот раз это можно назвать развод нового уровня. Потому что то, как разводят сейчас, ну, я не знаю, я с таким ни разу не сталкивался и даже не мог предположить, что такое вообще может уложиться в человеческую голову. Хотел вчера записать комментарий, но был очень эмоционален, поэтому было бы много ругани, мата, и поэтому решил немножко подождать, подостыл и расскажу немного. Буквально на этой неделе наш эксперт Сергей ездил в Черновцы, ну почти во Львов, не во Львов, но в Черновцы, тоже западная Украина, и договорились на 9 утра. Все нормально, приезжает Сергей в 9, что-то там 10, опаздывает 10 минут, ремонт дорог, все остальное. Звонит пассажиру, я приехал, я на месте, все. Говорит, слушай, ну, я сейчас, мне надо тут тещу завести, и я скоро приеду. Когда скоро? Ну, не знаю, часа через 2. И у него чуть телефон из рук не выпал. Ну, слушай, мы же с тобой о чем-то договаривались. Все это транслировали заказчику, заказчик говорит, машина классная, надо ждать. Окей, сидим, ждем. В общем, дабы не томить долго, 4,5, сука, часа ждали этого петушару. Других слов нету. В общем, ладно бы еще машина действительно была достойная. А то мало того, что на ней почти 400 тысяч пробега и скручено до 200. Это Opel был, по-моему, Zafira, что-то такое. И заявлено, что вообще машина не крашеная. Она мало того, что крашеная и шпаклеванная, так она еще была ржавая и, ну, реально очень уставшая. Отдельная тема. Вариант следующий. Через день буквально Сережа едет во Львов. Приезжает во Львов, все классно, осматривают Passat B8. Смотрят, выбирают. Это реальная история из жизни. Приезжает на осмотр, осматривают по кругу, смотрят, нормально или нет, спрашиваем подключиться и сразу же поехать на СТО посмотреть машину снизу, для того, чтобы долго не волындать и сразу забрать ее и все. Ой, хлопцы, зачекайте 5 хвилин, треба терміново якісь документи забрати. Ну, ладно, хорошо, я зараз за вами приеду, зараз приеду. Садится в машину, по педалям и текает. Ждут они его там 20 минут, ждут 40 минут, звонят. Не отвечает. А потом все-таки он ответил, говорит, ну, выбачайте, хлопцы, приехали инчи люди, я же машину продал. В общем, также мне посчастливилось, как и Сергею, поехать во Львов осмотреть 5 автомобилей. Ну, в общем, львовские товарищи порядочные настолько, что из 5 договоренных автомобилей, из 5, на которые мы ехали, я посмотрел только один. Сейчас я объясню, почему мы посмотрели только один автомобиль. Ну, одно дело, если бы машины как-то раскупили, они были действительно хорошие, я бы это понял, я к этому отношусь нормально. Одну машину мы договорились, посмотрели, но она такая, отфотографирована классно, но по факту она такая очень уставшая. Она погрызанная собаками, заднее сиденье, задние обивки дверных карт, сам багажник. Неважно, машина практически 20 тысяч долларов, но выглядит она очень удручающе. Вот дерта пипец, вся ржава. Блядь, что за... Да, заклепки не оригинальные стоят. По официальной версии, парень купил эту машину 2 года назад в Литве. Вообще он поехал туда за Audi Q7, но Audi Q7 были все в очень ужасном состоянии. Поехал он с каким-то парней-гонялом. Этот парень не купил себе ничего. И говорит, слушай, ну за то, что я с тобой покатался, дай мне хотя бы 300 евро.
непонятно за что, но по официальной версии он ему выдал денег. Но машина такая, видавшая виды, очень уставшая. То есть из некрашенных элементов у нее, по-моему, только передняя левая дверь. И все. А и крыша. А всередине вся поцарапана, и крыша поцарапана, и все. Машина в ужасном состоянии, хотя она там почти за ней смотрели, что-то в нее заливали. Хотя двигатель запускается, ну, почти очень легко, то есть он не запускается сразу. Я не заглядывал, я не подключался ни по форсункам, ни по топливной. Но визуально машина не сопливит, то есть она работает, ничего не стучит, форсунки отрабатывают. Хотя эти форсунки, они редкий гость на Bosch-сервисе, на дизель-сервисе, там, где его ремонтируют, он редкий гость. Второй автомобиль — это был Kia Soul. Есть у нас заявка. Заявка — это Kia Soul, принципиальный автомобиль на автомате, потому что на нем тоже будет ездить девочка. И есть у нас список с автомобилей, есть расставленные приоритеты, есть очень хороший автомобиль по очень хорошей цене. Ну, правда, за 600 километров. Ну, мы же уже куканые чуваки. Звоним ближе к вечеру. Мы с утра к вам выезжаем. Все ли нормально? Есть эта машина? Да, конечно, мы вас ждем с распростертыми объятиями. Ну, понятно, в 5 часов утра выезжаем, машина есть, никуда она нафиг не денется. Нас ждут, едем. Куда подъезжать? Подъезжайте к нам под офис по такому-то адресу, все замечательно. Зайдете к нам, попьем чай, кофе. Я не приехал пить кофе и чай. Куда заезжать? Где машина? Здесь у нас под офисом площадочка. Мы посмотрим, на какой именно. У нас несколько площадок. Я говорю, посмотрите сразу. Я не хочу ездить. Я говорю, наездился за 12 часов уже в год. Куда конкретно ехать? Приезжайте к нам, все хорошо. Приезжаю я к ним под офис. Говорят, заходите. Куда? На третий этаж. Я говорю, я не хочу идти на третий этаж. Мне не нужно ни прохладных напитков. Мне ни хрена не нужно. Покажите мне автомобиль. Приезжаем. Все классно. Мы приехали смотреть машину. Какую машину? Kia Soul у вас есть на автомате. Да, у нас много. У нас там 900 машин. У нас все хорошо. Говорю, конкретно вот 10700 машина на автомате. Ой, вы знаете, она уже давно продана. И тут немая сцена. Я просто охренел. Я розумію, навіщо домовлятися, гаразд, приїжджайте. Я приїхав... Що вибрати, окей, приїжджайте, але ми не можемо тримати для кожного. Ну, я розумію, що велика компанія, ніхто кого не буде обманувати. Я розумію, що натупили з моєї сторони, парні. Я ж одразу з возмущенням дзвоню к менеджерам і задаю вопрос. Говорю, Ігор, а як так вийшло? Я приїхав за 600 кілометрів, а машини просто тупо нету. Говорит, да ну, не может быть, я договаривался. Поднимаем телефонные разговоры, прослушиваем. Действительно, договаривались. Львовские товарищи говорят, нет, нифига у нас такого не было. Я говорю, слушаем телефонный разговор. Ну, давайте начинаем разбираться. Разбираемся, смотрим они. А, так это объявление, это типа рекламный трюк. Такой машины нету, это просто реклама, надо уточнять. Я говорю, так мы уточнили, мы приехали, спрашивали, задавали вопрос, есть или нету. Ну, вы приехали, окей, поехали, мы вам впарим какую-то другую машину. Самое возмутительное, это то, что им вот вообще пофиг на проблемы других людей. Кто-то проехал там 600 километров, да ну ничего страшного, заходите, мы вам впарим что-то другое. Я хожу в ситуацию, я приехал за 600 километров, а люди приехали за автомобилем. Да мы его уже давно продали. Як я себе повинен почувати? Але в нас є інший, є в нас дорожчий, там на 2000, вам покажеш. Зараз буде класно. Нас ніхто не заставляє брати, нас ніхто не заставляє цей. Нас, до мене вчора люди приїжджали, в Дніпра приїхали. То, що до вас приїжджали їхати, я... Не було автомобіля, але приїхали задоволені на другому автомобілі. Ну реально, така була ситуація, що продали цей автомобіль в той же самий день. Я їм показував документи, що автомобіль був проданий. Ну, поїхав, зранку, а, гаразд, а як давно проданий той автомобіль, на який я приїхав?
Цей автомобіль, це рекламне оголошення. Тобто, по факту його і навіть і не було, так? Було, так? Ні, окей, коли воно було продано? Раніше. Вам вчора телефонували, є, ми їдемо. Гаразд, гаразд, машина є, приїжджають. Та не розумію, ну от. Ви кажете, я розумію, ви розумієте мене, що є багато працівників. Тобто, це називається, ну, стало це грубо, але... Виснялось, що це, в принципі, обичное лоховство. По-другому я не могу назвать, потому что люди занимаются чистой воды подлогом. Они берут мифическую несуществующую машину, фотографируют ее, ставят заниженную цену, привлекают. То есть это обычное рекламное объявление, которое есть и до сих пор. Они рассказывают, машина эта продана, но ничего страшного, у нас на стоянке есть еще, поехали посмотрим. И по факту машина уже не 10700, а 13, и не на автомате, а на механике. И не с таким легким касательным ударом, а конкретно зафигаченная в морду, и таких цен нету. И начинают улыбаться, рассказывать, что все хорошо, все замечательно, что где-то что-то не так мы поняли. Или, правильно сказать, мы что-то где-то не так поняли. Ну, я-то понимаю, что лично я понимаю все правильно и досконально. Все попытки пообщаться с ихним руководством закончились тем, что говорит парень Андрей, я менеджер старший, а соответственно занимаю руководящую должность. По факту я розумію, що цього автомобіля навіть, ну, я припускаю, що його не було, і я думаю, що це я був, ну, відсотків, напевно, на 80 правий. Приїжджайте, вибирайте, бо щоб ми вам щось покажемо, ви щось заберете. Мені не потрібно щось, мені потрібно сол на автоматі. Возмущение моєму, ну, сказати, що все хорошо, вообще нічого не сказати. Я реально очень возмущен действиями таких деятелей. А ведь люди, которые приезжают без автомобілей, которым говорят, есть такие машины, приезжают на поездах, да, они классно. Офис у них, во-первых, находится в одном месте. Они говорят, площадка у нас здесь 300 метров. Я за ними ехал по Львову 20 минут без пробок. Вообще совершенно нафиг в другой конец города. Спрашиваю, говорю, какого хера я за вами ехал? Сразу сказал, дайте площадку. Ну вот, я же вас ответственный менеджер, я же должен вас довести. Я за вас несу ответственность. Я говорю, слушай, чувак, я уже с тобой просто не хочу тупо разговаривать. А он такой улыбается, да ну как бы мне все равно, я вам сейчас подберу классную машинку, вот смотрите, у нас целая куча всяких машинок, что вам надо, возможно, если на автомате, у нас есть какая-то целая куча других машин на автомате. Пожалуйста, вот вы кажете без проблем, проблема уже есть. Давайте вот я просто да. Подивлюсь цей автомобиль, мовчки, можно? Дякую. Ну, потому что каждое ваше слово, у меня на каждое ваше слово есть аргументы, я розумію, что я прав. Який аргумент, що я проїхав 600 кілометрів? Який у вас аргумент? Де, прошу, на сол на автоматі у вас стоїть там 10 чимось. Де машина? 10 чимось немає, це рекламне оголошення. Вчора питали, чи є ця машина? Є ця машина, приїжджайте, я приїхав. У мене є аргумент? Нормальний він, достатній? Так, ну, ми не зобов'язані тримати автомобіль, якщо по дзвінку. Ви сказали, я їду. Це не сьогодні зранку. Це було вчора ввечері. Я сьогодні о 5 ранку встав і поїхав. І тобто людина проїхала хрен знає скільки кілометрів і особисто вам байдуже. Бо ви ніякої відповідальності за це не несете. Я не продаю автомобілі. Я не вмію продавати автомобілі, бо я не вмію обманувати людей так, як це робите ви. У нас сервіс, говорили вони. Ми вас відвеземо на нашому комфортабельному автомобілі к той площадці. Ну, мені цей комфортабельний сервіс нікуди не впирається. Я приїхав на своєму автомобілі на окраїну міста. Звоню, спрашиваю, где, куда подъехать. Мне удобно на своем автомобиле. Нет, приезжайте к нам через весь центр города, толкаясь по всем пробкам. Для того, чтобы меня потом опять отвезли на окраину города,
А при этом еще говорят, оставляй свою машину у нас под офисом, потому что у нас сервис, мы тебе доставим. Для того, чтобы, сука, я потом опять пихался по пробкам к своему автомобилю и потом со своим автомобилем выезжал нахрен с этого Львова куда-нибудь. У нас сервис, у нас классно, у нас выглаженные рубашечки, у нас все круто, мы люди, у нас покупают много машин, у нас все по-честному, без обмана, как у волшебника Сулеймана. Окей, другий не момент. Подобається. Я нормально запитав, скажіть, куди під'їхати? Під'їжджайте до нас. Я приїхав до Жовтого, запитую, далеко? 300 метрів. Я за вами тілюпався 20 хвилин, я майже відсюди приїхав. Штовхався по пробкам туди. Ні, у нас ще є один майданчик там. Ми завжди, дивіться, ми сідаємо в наш автомобіль, ви не хотіли наш сісти. Ми сідаємо в наш автомобіль, щоб ви не витрачали, щоб ви собі розслабились, ви з дороги, ви собі сіли в наш автомобіль, чи зайшли до нас в офіс, у нас великий офіс, можна чай, каву, що захочеш, що захочеш, мені не відпочити. Мені не потрібен офіс, мені потрібен автомобіль. Це не, ну, якщо цікаво, то це зовсім не той автомобіль, на котрий їхав. То, що їхав, вартує 10900, до речі, об'ява на нього ще активна. Про всяк життя. Вони забрали, не скажу вам це. На Оліксі нам більше реклами. Я не знаю, як додати, як перевірити, коли задаєш чоловіку питання, дійсно ли є така машина. Да, така машина є. Приїжджайте, ми вас чекаємо, ми приїжджаємо, а такої машини ніколи нет. Як ви себе повели би? Ну, можете, конечно, оставить сообщение в комментарии. Так, сейчас я вроде успокоился. Удар у этого автомобиля был в переднюю правую сторону. Вот, ремонтировалась здесь именно передняя правая сторона. По крылу ровно не стоит, крыло окрашено, судя по толщине краски, без грунта. Двери у него, я не вижу, чтобы отнимались. Двери на месте, но они чуть-чуть замяты. Совсем слегка. На белом цвете видно не будет. Хотя должно быть видно. Вот оно замято. Крышка такой же снималась, а вон она подфарбовывалась. Ай, блин. Стекло стоит Китай. Ну, тип тоже хорошо. Не самый плохой. Ну, наверное, Бенсона точно не было. Это, кстати, крыло тоже хреново стоит неровно. Вот здесь вот маленький зазор, вот здесь он большой. И ощущение, что у него лицо вот так стало. Я еще не смотрел этот автомобиль, потому что, еще раз говорю, трохи офигевшие от ситуации. Опачки. А это крыло зачем снимали? Ладно, сейчас посмотрим. Типа левая сторона не тронута. Крыло это снималось. Это снималось, на место не поставилось. Фары это, кстати, не родные, аж сильно не вываливаются, и вон они уже пошли сыпаться. Что это у нас? Тик, ну, made in Taiwan. Такую машину, конечно, надо бы загонять на развальный стенд и дальше уже видеть, знать, понимать, чего с ней, потому что так зазоры у нее реально скачут. Ладно, сейчас буду отправлять. Капот, конечно, тоже снимали. Ну да, парни сказали, что капот здесь красился. Капот, кстати, у нее уже вот ржавый. Такое. Это еще не окончание истории. Я говорю, ребята, мне не нужен другой автомобиль. Мне надо Kia Soul. Мне надо машина на автомате. Потому что это на этой машине будет ездить девочка. Есть у нас машина, ну, правда, в Луцке. Ну и правда, стоит она 15 тысяч, но она вообще практически была без повреждений. Показывают мне фотографии того, что она там слегка притертая. 15 тысяч в Луцке, едьте, смотрите. Ну, где Луцк, а где Львов? Изначально, внимание, 10 700 и 15. Машина того же 15 года, на том же автомате, ну, только другого цвета. Вот так. Как-то так. А не иначе, может быть.
Дальше. Веселее. Звоним человеку. Мы приехали. Куда во Львове, по какому адресу подъехать? А кто вы? Ну, мы вчора телефонували, домовлялися. А, да-да-да-да-да-да-да. Вибачайте, жінка поїхала на отдых в Карпати, приїде в понеділок. Давайте я потім. Извините, ми договарювались. Та оце щось не так зрозуміло і повинен був хтось перетелефонувати, ніхто не перетелефонував. Слухай, друже, ми тобі вчора телефонували ввечері, ми збираємось їхати у Львов. Все нормально, чекаєш? Да, чекаємо, але, ну, вибачте, дружина поїхала на Карпати. Ну, ладно, поїхала, ну, бувають іноді ситуації. Із ряду вон виходящі, ну, не повезло, нічого страшного, не відчаємося, є у нас ще 3 машини. Вірніше, 2. Звоним, далі. Просто виключен телефон. Ну, нічого страшного, телефону 2 у заказчика. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка. Типа, пройшло 20 минут. От що можна ожидати від такої контори Ніканора, коли о чем-то договариваешься с людьми и нифига. Ладно, есть у них другой номер телефона, 093. Выклик переадресовывается на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Выключены. Выключены они до сих пор. Они просто договорились, да-да-да, приезжайте, все классно. Но телефоны теперь уже не работают. А последний автомобиль тоже хороший. Ой, извините, мы уехали на море, мы приняли решение, что нам надо съездить на море. Мы на этой машине уехали на море, приезжайте в понедельник. Твою мать, я просто офигевший. Ну, вот-вот. Просто, как говорится, бомба никогда не падает в эпицентр, но здесь она в эпицентр событий упала 4 раза из 5. То есть, как-то так. Есть еще одна мулька, которая вот на последней неделе повторилась уже несколько раз. Андрей есть у нас еще эксперт, он занимался выбором Toyota Camry ориентировочно несколько недель назад, хотя речь идет о выборе также Camry, почему-то Camry попадают к нему. Ну почему, это очень просто, потому что он их видит очень много, он понимает, что он уже осматривал, что продается довольно давно, что очень свежее. Так вот, суть не в этом. Звонит нашему Андрею, эксперту, парень. Алло, здравствуйте, приезжайте, смотрите мою машину. Типа, мы с вами договаривались, приезжайте, смотрите. Класс, какую машину? Ну как какую? Toyota Camry. У нас нету в работе Toyota Camry. Да не сейчас, это вы мне звони, я вам звонил еще, вернее, вы мне звонили месяц назад, я поставил объявление, но тогда я не хотел продавать, а сейчас я ее уже надумал продавать, приезжайте, ее покупайте. Месяц назад мы уже после того времени 2 Камри закрыли, хотя Камри 40 найти живую, это пипец как тяжело. Вот. И звонит товарищ такой: здрасте, я приехал, покупайте мою машину. Тоже непонятно, вот зачем ставить объявление не актуальное, а потом его продавать через какое-то время. В общем, вот такой вот трешнячок собирается. Непорядочных людей на самом деле немного. Но боженька их так грамотно расставляет, что на моем пути они встречаются чуть ли не на каждом квадратном метре. Почему так? Ну вот как-то так исторически сложилось. Немного позже заказчик скидывает автомобиль. В Ровно городе находится этот автомобиль. Типа, парни, все классно, если вас не затруднит, поедьте, посмотрите, потому что вот. И тут у меня немножко пазл не сходится. То есть мы понимаем, что по дороге Киев-Львов есть Ровно, но об этом автомобиле мы узнаем потом. Как так получилось? Ну, это слегка отдельная история. Я к этому немножко позже вернусь. Но по факту есть классная машина. Окей, с Львова летим в Ровно. По дороге здоровенная пробка. Ничего страшного. Договорились с парнем, что на следующий день мы ее посмотрим, потому как вечером в ночь смотреть вообще не феншуйно, когда темно, ничего не видно. Отоспались в гостинице.
договорились, встретились, посмотрели, более-менее живая. Автомобиль сделан, конечно, не очень, все как всегда. Среди того, что вижу, у нее вот чуть-чуть она в бампер получала, не на месте он стоит. В общем и целом машина практически ровная. Намного лучше того, что мы смотрели вчера. По крайней мере, вот эта сторона у нее вся целая, вся ровненькая. Есть моменты по... Сейчас покажу. Задняя правая сторона, а именно вот сюда приходился удар. Почему? Сейчас попробую показать. Да-то, в принципе, даже здесь будет видно. Я, конечно, не уверен, что камера передаст. Вот отсюда у вас глазу, если смотреть, вот так вот видна лента. Вот здесь вот ее уже нет. Соответственно, дверь красилась. И насколько она красилась... Ну, соответственно, вот здесь вот тоже чуть-чуть ей приходило. С учетом того, что вот здесь вот кан до конца не выровнен, то вот тут вот шпаклевочка должна быть. Ну да, есть вот так, в общем-то. Так, ну здесь, в принципе, и так видно без толщиномера, что оно крашеное. А заменено, но вот еще крашеное. Так, вот здесь уже вижу нормально. Да, здесь нормально, вот тут оно еще есть. И, скорее всего, вот здесь вот шов был. Да, вот тут кучечка шпаклевки. Вот здесь у нее был шов. Вот отсюда и до вот этих пор все крыло заменено. Дверь здесь тоже стоит с другого автомобиля. Раскрутил. И теперь смотрим сзади то, как оно сделано. Ну и смотрим по как заменили. Вот видно. Вот шов, вот здесь чувствую. Вот тут вот шов, вот тут вот заменили крыло. А так здесь нормально, ровненько, лонжерончик не подмятый. Так. Все классно, а вот туда сейчас мы заглянем. Да. А изнутри это надо будет еще обработать. Я думаю, с той стороны тоже. Типа сделали, приварили, но как во многих случаях, нифига не обработано. А вот это вот плохо. Не совсем правильно пистон поставили. А мне сейчас инструмента нет, чтобы его переставить. Надо пистон разобрать, засунуть туда и защелкнуть его. Здесь вообще крепление отломалось. Не хватает крепления на бампер, поэтому он висит таким легким пропеллером. Здесь тоже вот крепление обломано. То есть если его нагреть и повесить на место, то даже будет очень некрасивенько. Но а так чуть-чуть вылупленные диски. Так, а что у нас здесь по балке? Каких-то видимых следов не вижу, но вообще идеально было бы загнать ее на развал. Если вопрос встанет, то загоним. То загоним. Так, хорошо, пошел я в принципе под днищу смотреть. Трос ручника остался старый. Рекомендую сразу его поменять, потому что вот эта вот оплетка. Середину набьется грязь. Вот, видно трос. И он начнет клинить зимой. Будет беда. Там днище все хорошо, но спереди она вся ровненькая, вся классненькая. Так, такие себе спартанские условия. Но лучше такие, нежели никаких. А, так тут защиту двигателя, в принципе, снимать не надо. Тут со всех дырок можно в него посмотреть. Я тут думал снимать защиту, а тут и так все видно. Снаружи сделано классно, снаружи сделано хорошо, а когда заглядываешь вовнутрь под подкрылок, видим вообще необработанный металл. Вот два куска железа, как обрезали, как приварили, голый металл даже не взбрызнули мовилем, да вообще ничем, даже пылью не прибросали. Вот ждем нашей зимы для того, чтобы соли это пробили, прокусили, и к весне оно вообще нафиг отвалилось, это крыло вместе с куском автомобиля. Но благо его только сделали, можно все это дело еще починить. В общем, машина неплохая, но не попала она в наше поле зрения
Потому что одно из обязательных условий, чего точно не должно быть, это зеленого цвета Kia Soul. Потому что зеленый цвет не нравится его супруге. А в большинстве случаев ездить на этом автомобиле именно ей. Ребят, если кто-то думает, что автоподбор это легко, в формате быстренько поехал, посмотрел, оценил техническое состояние автомобиля, хорошее, нехорошее, дал экспертную оценку, при этом еще дал гарантию, я вас уверяю, что это не совсем так. Это тяжело в первую очередь морально. Ладно, у меня высокий уровень психологической устойчивости. Надо иметь понимание, что нервные клетки не восстанавливаются. Вот, например, мои парни-эксперты, им порой бывает реально очень тяжело. Вот они мне звонят в разный период времени, практически в истерике. Но как бы там ни было, все равно даже вот в такой тяжелой неделе у нас есть и позитивные результаты. Вот как-то так заканчивается эта история. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Динавто». Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Заглядываешь внутри под покрылок. Заглядываешь вовнутрь под под крылок. Заглядываешь вовнутрь под да что такое?